И всем привет, дорогие друзья, с вами Dominant Space, и сегодня мы будем делать обзор на мою лего-коллекцию. И да, вот такая у меня лего-коллекция, но давайте посмотрим на нее вблизи, и я вам покажу все декальки, наборы и всякое такое. То есть это у нас первый этаж. Здесь у нас присутствует не только лего, также и журнал «Доктор Кто Далеки». Если вы знаете, кто это, то вы поймете. Далее пару Alien Conquest и инопланетян всяких из серии Alien Conquest, как я уже сказал, и Galaxy Squad. Моя самодельная пушка MMT дроидов из LEGO Star Wars. Далее НЛО. От Alien Conquest тоже. Пару фигурок, полицейская машина, коробки, дроиды, мой самодельный крипер и этот, боже мой, как их называют в Майнкрафте, зомби-пигмен, полузомби, полусвинозомби, забыл уже, как их называют. Тут еще мои самодельные Лего Альфа Тим, два таких наборчика. Также мини-фигурки из этой серии, звездолет. И тут вы видите из Alien Conquest небольшой. Также из Лего Бионика Пирака. Ой, боже мой, упал. Стоять. Здесь у меня куча Лего деталек. Все в Лего детальках. А тут еще больше, как видите. Также еще здесь у меня детали для мини-фигурок. Здесь у меня куча деталей. В общем, деталей у меня неимоверное количество вот этих ящиков. И вот в этих тоже. На втором этаже у нас есть пару трансформеров, два саундвейва. Один саундвейв из игры Fall of the Cybertron, кажется. И второй саундвейв из мультсериала Transformers Prime. Пещера Вампы, мой ганшип. Плохо видно, но там Lego Monster Fighters, этот Ghost Train, поезд привидений, тут Power Miners, Lego Шахтеров, одно Teenage Mutant Ninja Turtles, мой самодельный какая-то, я не знаю даже, что это. Вообще, это была машина из Ниндзяго и Бур из Lego Шахтеров, но я совместил это и получилось какая-то, не знаю, что это вообще. Машина-монстр. Здесь у нас также два раритетных кубика из Германии, из фабрики Лего Германии. Два человечка из Alien Conquest и Лава-монстр. Далее у меня тут пару таких маленьких чувачков. Я не знаю, откуда они даже. Просто со Star Wars какие-то. Мои два дроида такие. Вампа из Чимы пару человечков. Это огромная пластинка вот эта вот из Halo, Мегаблокс Halo. О боже, не фокусируется. Видите, там много человечков из Halo, Крипер и остальные какие-то еще чувачки. Мой железный человек. Этот из Лего Чима. Розарс Флай. Юнит, что ли. Далее. Король. Крокодилов какой-то. Детальки, которыми я часто пользуюсь для минифигурок. Я минифигурки часто собираю, поэтому я их так вывалил. Тут дальше рандомные все минифигурки. Ну, это из Альфа-Тима, это все рандом. Так, на среднем ящике у нас то... Ой, ящики. На среднем стенде. Я даже рассказывать не буду, думаю, вы все сами поймете. Орки, человечки всякие, еще человечки, вот, там звездолеты, да, мой самодельный звездолет Дарт Маула, вот он, я его показывал, только на английском, может быть, сделаю видеообзор на русском. Все зависит от вас. Если вы меня попросите сделать обзор на русском, то я, может быть, сделаю.
Так, ну там у меня остальные наборы. Я могу так показать, с дивана, потому что туда я не достаю. То есть там их не сильно много. Так, теперь показываем здесь. Здесь у нас в ящиках ничего нет. Здесь только одежда всякая и всякое такое. Да, вот видите, что. Ну, на это наплевать. Лего Бэтмен с мистером Фризом. Slave One из Лего Star Wars. Я его покупал. А вот тут мой самодельный. Также у нас тут дропшип из Star Wars тоже. Мой кастомный вертолет. Вот он. Лего Чима. Опять же, пушка. Лоцо или Оцо, я не помню, этого медведя из истории игрушек какой-то чувак. Клоун. И Лего Чима еще один. Далее здесь у нас X-Wing, корабль Люка Скайуокера. И у меня что-то не фокусируется. Ладно. Освещение маленькое, поэтому. Мой самодельный сушитель из Лего Майнкрафт. Сушитель. И X-Wing. Также я тут написал Лего, так вот просто так, нечего было делать. Еще один. Перевозка дроидов. Чувак с двумя ружьями. Правда, я не знаю, как он стреляет из двух ружей одновременно. Лего Space Police. Контрольный центр. Два старенький брелок. У меня фигурки из Space Police, также агентов и Бэтмена. Далее. Надо вам показать. Здесь у меня мини-фигурки из Бэтмена и Space Police. И домик. Они там живут, короче. У них там туса. Так. Тут мы закрываем. Идем сюда. Я, кстати, на вот это сделаю обзор. Это моя самоделка Мандалориан. Мандалорианский звездолет, который высаживает. Короче, перевозчик. Видите, там спит кто-то. Это мой самодельный. То есть я его не покупал, такого даже никогда не выпускали. Мой R2-D2 коллекционный. Hero Factory, чувак. Моя собака. Но это не коллекция. Но это не из Лего. Звезда-разрушитель. Сокол тысячелетия. И коробочка. Также у нас есть... Ой, не поднимать боязно, а то он сейчас упадет. Вот. Я вам честно говорю, вот если вы сейчас будете писать в комментарии, то мы тебе не верим, это не все Лего, там внизу может быть какие-то машины, еще что-то, а сверху ты прикрыл Лего. Нет, честное слово, у меня там Лего. Если бы вы собирали Лего 7 лет. И я когда маленький, я непонятно из-за чего любил рушить наборы и создавать свои. И поэтому у меня куча деталей. Ну, в общем-то, это все, я думаю. Это не все. Что такое я купил набор. Тут просто в этом наборе идет много кубиков, таких маленьких деталей. А это мне нужно, чтобы постраивать какие-то самодельные, как вы просили меня, сценки создавать. Вот я уже купил для сценок такой наборчик. Я ими займусь, но попозже. Так как сегодня у меня... Ну, вчера у меня был день рождения, а праздновать мы будем сегодня. И поэтому гости должны мне подарить много лего-наборов, как я понял. И раз, если это будет так, то я засниму кучу обзоров для вас. А сценками я займусь чуть-чуть попозже. Ну что ж, это был мой видеообзор на мою лего-коллекцию. Если вам понравилось, не забудьте поставить лайк или позвать друзей. А с вами был Dominant Space, лего-коллекция, звезда, разрушитель, сокол тысячелетия, мой чихуахуа Арнольд. Всем удачи, всем пока!